коли знаходишся в цій залі, якось актуальніше стає відчуття, таке загострюється відчуття України сьогоднішньої, України не на роздоріжжі, а на лезі, на водорозділі. Відчуття того, що кожен з нас в певний період повинен був зробити свій вибір. Що кольори для України більш такі, стали більш різкими, тобто наближаються до чорно-біле, так, ні, до категоричності. Луганск – это очень интересный регион с очень интересными людьми и очень интересной, странной, противоречивой идентичностью, которая, собственно, выражается как в полотнах, так вот в скульптурах, так вот в рассказах, так и во многом другом. Это такая вот, это то, что можно увидеть, когда ты заходишь и заглядываешь за какую-то нишу. То есть это художники, это философы, это культурные деятели, как партизаны. Они есть, они достойны, но их мало кто видел. И, собственно, не хочется, чтобы это было сейчас. Да. Вот, поэтому мы делаем, поэтому мы планируем проекты, поэтому мы как-то вот знакомимся и устраиваем вот подобные мероприятия с целью расширить как масштабы выставки, так и вот значимость этих художников в рамках Украины. Вот как-то так. Потому что это того стоит. Честно говоря, на какой-то момент я не была в Славянском, да? Потому что совершенно какая-то репликация с жизнью, с аполитичностью. Потому что все-таки творчество, оно как-то, ну не знаю, оно не политика. Я сейчас понимаю, что творчество – это самый топ-месседж, которому вообще нужно что-то делать. Именно та площадка, на которой строятся фундамент отношений, деловых отношений и все. Для меня выставочная деятельность, наверное, это все-таки способ коммуникации со зрителем, понимание того, что человек видит из моих работ, что он может вынести из этого, и то есть наладить сам инструмент связи, чтобы я мог лучше передать какие-то свои идеи, мысли, эмоции зрителю, донести до него эту идею. Но уже когда начала, наверное, труситься мебель в квартире от пролетающих истребителей над крышей и от взрывов, вот тогда уже надо было, ну, родители это обязательно волнение, их переживания. То есть, поэтому, наверное, пришлось смириться, уехать. Это все работы, которые написаны непосредственно после, потому что все большие работы и все такие экспонаты остались в Луганске. Период, когда я переехала 3 года назад, но я постоянно каждые там пару месяцев ездила домой. У меня друзья из Киева говорили, зачем ты ездишь, когда можно, зачем ты туда уехала, если ты постоянно ездишь домой. А меня как будто бы тянуло, я ходила по своему городу и буквально каждую улицу запоминала, каждый камень запоминала. Для меня это было как будто бы ностальгия онлайн. Я нахожусь там, но у меня жуткая ностальгия. И я говорила всегда, что надо ездить, пока есть возможность. И вот, собственно говоря, это все стало очень реальным.